Добрый вечер. Я Алексей Лихман, и мы начинаем большой информационный вечер. План у нас на него такой. Сейчас подробности. После них ток-шоу «Черное зеркало». Поехали. Теракт в Мариуполе. Полковника СБУ подорвали в собственной машине. Дело «Табак». В чем ГПУ обвиняет крупного дистрибьютора сигарет? Воспитание патриотизма у пациентов. Минздрав хочет запретить российские лекарства. Новые миллионы раздора. Чьи декларации снова наделали шума? Жестокая расправа в центре Мариуполя. Рано утром в своем авто подорвали полковника контрразведки СБУ Александра Харабирюша. Как это было? Подробнее расскажет Олег Решетняк. Утро в Мариуполе на часах 8:30. Черный джип Toyota начинает движение. И буквально за доли секунд раздается взрыв. Звук был такой силы, что в соседних домах повылетали стекла. Я ж была там, стояла. Все на улице стекла. У меня такое впечатление было, что у нас тут начали бомбить. Совпадение или нет, но всего в нескольких метрах от места инцидента находится центральный райотдел полиции. Услышав звук взрыва, уже через пару минут правоохранители буквально вышли на место события. А спустя еще некоторое время прибыли почти все силовые подразделения и спасатели. На место події відразу прибули співробітники МНС, патрульної поліції та національної поліції в Донецькій області, а також співробітники СБУ. З метою забезпечення безпеки було оціплено місце. Позже вияснилось, за рулем взорваного внедорожника був замначальник відділу контрразвідки Донецького управління СБУ полковник Олександр Харабирюш. Співробітник СБУ, фактично керівник контртерористичної підрозділу Донецького управління СБУ, загинув у власному автомобілі, відбувся вибух, він втратив обидві ноги і від кровотечі помер у швидкій допомозі. Харабирюш родился в Донецке, ему было 40 лет. До войны занимал должность начальника управления военной контрразведки СБУ Донецкой области. Когда в 2014 году Донецк захватили боевики, продолжил работу в Мариуполе. У полковника остались двое несовершеннолетних детей. В Мариуполе усилили патрули. По тревоге подняли весь личный состав полиции. На блокпостах тщательные проверки. Для того, чтобы оперативно перекрыть территорию города, возможные шляхи отхода зловмисників. И для того, чтобы в городе среди населения не было паники. Правоохранители пообещали сделать все, чтобы найти и наказать виновных. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак пообещал, такой долг СБУ отдаст быстро. Олег Решетняк, Елена Кагал, подробности, телеканал Интер. Ну а сейчас давайте узнаем первые версии следователей. С нами на связи Олег Решетняк. Олег, я тебя приветствую. Что тебе удалось выяснить к этому часу? Добрый вечер, Алексей. Вокруг убийства полковника СБУ Александра Харабирюша пока больше вопросов, чем ответов. В данный момент уже называют много версий и правоохранители, и блогеры, и журналисты. Но сначала хотелось бы рассказать, что это был за человек. В военных кругах его называли Саша Хара. В добровольческих батальонах Харабирюша уважали и отмечали, что он всегда был предан Украине. Среди добровольцев про него ходят легендарные истории. Дескать, когда Харабирюш приезжал на передовую, то по ту сторону линии разграничения в рации в паники кричали: «Ахтунг, у окопов украинцев появился Хара на танке». Ну вот также хотел сказать, убитый Харабирюш для Донбасса был фигурой знаковой. По нашим источникам в военных кругах о нем говорят как о личности весьма авторитетной. Уже понятно, что взрыв в центре Мариуполя будет иметь политическую подоплеку. И кто все-таки причастен к этому убийству, будет выяснять следствие. Глава МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке уже назвал предположительную версию следствия. За взрывом и убийством Харабирюша стоит диверсионная группа так называемой ДНР. Других официальных версий пока не озвучивали. Эксперты сейчас спорят о том, был ли это единичный случай или это новый подход в гибридной войне, когда ликвидируются высокопоставленные военные или силовики. До сегодняшнего дня подобные случаи происходили только на территории Ордло. Там, напомню, зачистили фактически всю первую волну лидеров боевиков. Студия.
Спасибо, коллега. Олег Решетняк был на прямой связи со студией. Украинский табак с российским дымком. Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, а также финансирования боевиков на Донбассе. Подозревают в махинациях крупнейшую табачную компанию «Тедис Юкрейн», возглавляемую российским олигархом. Продолжит Александр Васильченко. «Тедис Юкрейн» – компания-монополист на украинском рынке табачных изделий. Сегодня с утра во всех региональных центрах и отделениях предприятия остановлена работа. В помещениях проходят обыски. Это одесское отделение. Вход перекрыли сотрудники полиции. Я здесь не просто так. Никого не пускать, не выпускать. Табачную компанию, связанную с российским бизнесменом Игорем Кисаевым, подозревают в финансировании так называемых ЛНР и ДНР. Решением СНБО в 2012 году в отношении предпринимателя применили санкции и запретили выводить средства из Украины. По данным следствия, в течение последних 2 лет монополист через фиктивные фирмы в Россию вывел 2,5 миллиарда гривен. Также в ГПУ утверждают, что под влиянием Кисаева на ключевые должности в «Тедис» назначены менеджеры, которые согласовывают все свои решения с членом правления директоров российского завода имени Дегтярева. Это одно из предприятий поставщиков пулеметов для боевиков на Донбассе. По данным следователей, фирма удерживала монопольное положение благодаря содействию антимонопольного комитета. Все почалося пів на восьму. Просто от тоді там було такий дивний дзвінок. Ну, умовно кажучи, був дзвінок, сказали, що або ви зараз приїдете, або будемо ламати двері. Ми домовились, що ми приїдемо, буде все відбуватись у відповідності до закону. Антимонопольный комитет в ГПУ называют главным сообщником табачной компании. В АМКУ с утра обыски. Все руководство отсутствует. Одни срочно уехали в командировки, другие ушли в отпуск. Обшуки тривають, зараз проходять обшуки в кабінетах державних уповноважених. Це стосується справи по ТЕДІС. На підставі ухвали Печерського суду проходять обшуки зараз. Все, вилучаються документи по цій справі абсолютно всі. По словам Луценко, сегодня проводится около 100 обысков. Задействованы более 1000 силовиков. Генпрокурор считает, антимонопольный комитет не предпринимал никаких мер, а значит, способствовал монопольному положению компании. Кто еще сприяв такие монополии, следство установить. В том числе оценить дії колишнього, тодішнього керівництва антимонопольного комитета. В связи с этим також идут сегодня выемки документов. После этого компания отримала монопольное право на дистрибуцию для наших глядачів, по-людски кажучи, на продаж, послуги по продажу цигарок по всей Украине. Все інші конкуренти були або мінімізовані, або взагалі задавлені. Тем временем на сайте «Тедис Юкрейн» появился официальный ответ. Там заявляют, все обвинения в отношении компании не обоснованы. Предприятие пополняет украинский бюджет, а в составе руководства россиян нет. По словам генпрокурора, топ-менеджмент «Тедис Юкрейн» не покинул территорию страны. Обвинения им еще не предъявили, как и руководству АМКУ. Александр Васильченко, Сергей Килимник. Подробности, телеканал «Интер». Очистить аптеки от российских лекарств. Исполняющий обязанности министра здравоохранения предлагает запретить продажу лекарств, произведенных в Федерации. Не ударит ли это по украинским пациентам? Всегда ли есть чем заменить такие препараты? Выясняли наши корреспонденты. Эта история произошла 2 года назад в Запорожской области. 4-летнего Илью и его друга Максима поцарапала бешеная кошка. Мальчиков госпитализировали в райбольницу, чтобы ввести иммуноглобулин. Но оказалось, что сыворотки нет. Не нашли ее ни в соседних городах, ни в других областях. А поскольку вакцину нужно было ввести в течение 7 дней, родители повезли детей в Россию. Они сейчас бегали, доехали там по Белгороду. А вот еще одна история, прошлогодняя. На грани жизни и смерти оказалась 5-летняя девочка с диагнозом столбняк. Спасти малышку могла специальная сыворотка. Но ни в одном лечебном учреждении Днепропетровска и соседних областей ее не нашли. Распоряжение Кабинета министров 2014 года, в котором тоже запрещено за бюджетные деньги покупать все товары российского воробництва. На сегодня нету никаких ни российской, ни любой другой производителя данной сыворотки на территории нашего государства. Мы не можем ее купить. Если бы не волонтеры, неизвестно, чем бы все закончилось. Ведь Минздрав, как и в 2015-м, опять вовремя не провел тендеры и не закупил противостолбнячную сыворотку, как и против бешенства. Она тогда понадобилась 5 жителям Сумской области, которых покусал больной кот. Лекарства тогда тоже были вынуждены везти из России.
Вакцину против столбняка Украина раньше ввозила только из России. Но теперь якобы договорились с другими странами. Однако ИО министра здравоохранения Ульяна Супрун обещает полностью запретить ввоз в Украину не только вакцин российского производства, но и лекарств. Перерегистрации или новой регистрации больше не будет, заявила она в интервью одному из интернет-изданий. И сообщила, что Минздрав уже готовит изменения в указ президента, чтобы под санкции попали все российские медпрепараты. Оголошується повна блокада Росії, то тоді це має місце. Якщо вона не оголошується, це має бути рішення РНБО швидше за все. Сьогодні товари з Росії поставляються в Україну, і вони не заборонені до вжитку. Тому окремо її ініціатива виглядає щось несерйозно. Какими будут последствия запрета российских лекарств, говорить пока еще рано. Решение еще не принято. Впрочем, практика показала, даже разрешенные ранее не всегда закупали вовремя. И больным приходилось самим решать проблемы без помощи государства. Но, возможно, у Минздрава уже есть план, чем и как заменить запрещенные препараты, чтобы они всегда были в наличии и доступны по цене. Оксана Григорьева, Леонид Оборин. Подробности, телеканал Интер. Ну а пока глава Минздрава отчаянно пытается обложить санкциями поставки российских лекарств, другие ведомства с Россией торгуют очень успешно. Последний пример. Из России в Украину за последние 3 года ввезли почти 2,5 миллиона тонн минеральных удобрений. Заплатили за это более полумиллиарда долларов. Мы уже рассказывали в подробностях, как благодаря такому сотрудничеству российская компания «Еврохим» живет припеваючи. Ее владелец Андрей Мельниченко не без помощи украинских денег на первых позициях российского «Форбса». Но мериться, конечно, он больше любит парусными яхтами. У него на сегодняшний день самая длинная в мире. Кстати, деньги «Еврохим» получает и от российского Минобороны. Ведомство закупает селитру для производства пороха. Но несмотря на все это, Украина не приостанавливает сотрудничество с компанией, которая имеет столь сомнительную репутацию. Последствия блокады в зоне АТО. Остановился Днепродзержинский медкомбинат. Причина – прекращение поставок кокса. Что будет дальше с предприятием и какова судьба 12 тысяч сотрудников завода? Все в нашем следующем материале. Впервые с 1941 года на ДМК остановлено все оборудование. Домны и машины непрерывного литья заготовок. Дмитрий работает на комбинате почти 15 лет. Признается, тишина в цехах пугает. Металлургов тревожит вопрос, чем завтра кормить семью. Супруга тоже работает, но основной доход приходит с ДМК. В связи с остановкой то никаких ни премий, ни надбавок ждать не приходится. 30 марта вышел приказ гендиректора начать горячую консервацию агрегатов. Пока на заводе стараются не допускать массовых увольнений, в отпуск людей еще не отправляют. Однако теперь заводчане займутся не выплавкой металла, а уборкой территории. Горячая консервация – это остановка основных технологических агрегатов, безопасная остановка с возможностью дальнейшего ввода их в эксплуатацию. Основным поставщиком кокса был Алчевский металлургический комбинат, который остался на неподконтрольной территории, но продолжал поставлять сырье. Из-за блокады поставки из Алчевска прекратились. У нас были балансированные поставки с нашего партнера Алчевского металлургического комбината. Сегодня мы не имеем этой возможности ввиду отсутствия товарных поставок с той стороны. Альтернативный поставщик кокса из России взвинтил цену вдвое до 325 долларов за тонну и требует предоплату. Но платить за сырье по такой цене нерентабельно, да и нечем. В дирекции ДМК заявили, государство не возвращает комбинату НДС. Сумма набежала немаленькая, почти 1,5 миллиарда гривен. Завод – градообразующее предприятие, поэтому неминуемо. От остановки завода пострадает город, говорят в мэрии Каменского. Это больше 300 миллионов в месяц податка, который получает наш бюджет от ДМК. Это зарплата бюджетников, это ремонты дорог, школ, не знаю, освещение, зарплата лекарей, учителей. Насколько длительным будет простой, никто не берется сказать. Сегодня на сессии Горсовета депутаты приняли обращение к кабинету министров Украины. Просят урегулировать вопросы поставки сырья и возврата НДС заводчанам. Иначе жители останутся без работы и зарплат. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. На ликвидацию последствий взрывов на Балаклейском арсенале выделили более 100 миллионов гривен. В городе сейчас полным ходом идет восстановление разрушенных зданий. Процесс займет, по расчетам чиновников, еще около месяца. До сих пор во многих домах нет газа и электроэнергии. Чиновники наконец-то определились. Будут выплачивать максимум по 20 тысяч гривен на одну пострадавшую семью. Но все ли деньги дойдут до пострадавших? В этом сомневаются харьковские активисты, которые сегодня пикетировали областную администрацию. Подробнее Светлана Шикера.
10 миллионов из собственных резервов и 100 миллионов от Кабмина направят на ликвидацию последствий взрывов на Балаклейском арсенале. Такое решение депутаты облсовета приняли на внеочередной сессии. Что нужно будет сделать на эти деньги, чиновники оглашают фронт работ. У нас получилось разрушение 373 объекта, из которых 339 – это жилые дома, 12 объектов социальной сферы, 22 объекта – это жилищно-коммунальная сфера и объекты промышленности, из которых 117 домов многоквартирных и 222 дома частных. Но внушительная на первый взгляд сумма – это лишь треть от необходимого, уточняют в облсовете. Общий ущерб, по данным на сегодняшний день, составил 380 миллионов гривен. И восстановить все собственными силами область не сможет. Мы обратимся к нашим народным депутатам Украины от Харьковщины, чтобы один из очень важных таких вопросов обеспечения жильем тех семей, которые полностью его сегодня, скажем так, потеряли. Это около 93 семей и порядка 180 человек. Не осядет ли часть выделенных государством денег в карманах чиновников, активисты не уверены. Они вышли на предупредительный пикет и призывают контролировать чиновников. 100 миллионов гривень, которые надходят на рахунки, они могут элементарно розкрадатися. Мы закликаем и Харьковскую областную державную администрацию, и депутатов обласної ради, щоб вони негайно створили одну комісію, дві, п'ять комісій, які б могли б створюватися за допомогою активістів, щоб ці кошти можна було проконтролювати прозоро і нормально. Чиновники на требування активістів поки ніяк не відреагували. Світлана Шкера, Олександр Яновський, подробності, телеканал Інтер, Харків. Уже в понедельник пункт о миллиардном транше Киеву рассмотрит собрание Совета директоров МВФ. И, как стало сегодня известно, на этой встрече обсудят и просьбу Украины изменить график поступления траншей с учетом дальнейшего прогресса в украинских реформах. Ну а что взамен может предложить Украина? Среди прочего, пенсионная реформа и открытие рынка земли. Последнее требование беспокоит аграриев и фермеров. Они боятся, что отмена моратория на продажу сельхозучастков вынудит их просто-напросто закрыться. Какие шансы у принятия этого законопроекта в Верховной Раде? Или есть какие-то обходные пути? Ведут ли в Украине в угоду МВФ рынок земли? Если да, то каким образом, как я уже говорил, об этом мы спросили политологов. Політики цього рішення приймати не хочуть, адже воно не популярне у суспільстві. І кожен, хто проголосує за це рішення, потім заплатить за це своєю підтримкою електоральною на виборах обов'язково. І тому знайшли, мені здається, такий обхідний маневр. Тут подання до Конституційного суду, нехай Конституційний суд прийме це рішення і візьме на себе всю політичну відповідальність, а наші політики якби залишаться в стороні і отримують кредити від МВФ. Ось така гра стоїть насправді за цим поданням. В принципі, сьогодні, мені здається, що Україна не готова до вільного ринку землі. Вірогідніше за все, що мораторій може бути відмінено десь з травня по липень цього року. З боку МВФ лунали навіть заяви про те, що вони погоджуються, якщо це рішення буде запущене. Не реалізоване, але запущене. Тобто, умовно кажучи, самого подання в Конституційний суд. В меморандумі не продаж прописано, а прописано обіг землі. Звичайно, що це перший крок для відкриття ринку землі. У нас немає чіткого визначеного і земельного кадастру. Так? Невідомо, які землі кому належать. Там. Немає чітких зон. А все це створює, оскільки це створює правову невизначеність, це створює хаос. Так? І тому в таких умовах, так, з бухти-барахти починати запроваджувати ринок землі, це дуже погано може скінчитися до країни. Я думаю, це такий елемент гри, такий форма компромісу або формула компромісу між Україною, Міжнародним валютним фондом, між українським парламентом, який не дасть таку згоду на зняття мораторію, для того, щоб і ніби поставити це питання на порядок денний, так? І ніби дати згоду, тобто проімітувати взагалі цю операцію про продаж землі, про зняття мораторію, але фактично залишити все, як є, і отримати цей мільярд доларів, який Україна, многостраждальний мільярд доларів, який Україна ніяк не може отримати. Вот мнение экспертов, но в принципе без них понятно, что эта тема очень острая и болезненная для Украины. Так чего же боятся селяне, аграрии и фермеры? Их опасения изучали наши журналисты.
Це буде зупинка повністю для мого господарства із 120 гектарами. У Михаила Соколова небольшое фермерское хозяйство. Работает на земле 8 лет. Выращивает зерновые культуры, пшеницу, ячмень, технический рапс. Говорит, боится в скором будущем всего этого лишиться. Той самий фермер, хто, ну, хто обробляє землю, не зможе цю землю придбати. То, що немає такого капіталу потрібного, щоб вложити іменно в покупку навіть цієї землі. Мені здається, це люди, в яких зараз мільйонні, мільярдні запаси доларів. Можна сказати, вони, мабуть, накрадені. Але їх треба десь, як то кажуть, у правильне русло кинути. І от вже заводи все порозпродували, залишилася тільки земля. І от вони вирішили на цьому, як то кажуть, ще душа збагатиться. Таких, як Михаїл Соколов, тисячі. Не так давно пройшли в різних городах мітинги проти відміни мораторія. Но, несмотря на протестные настроения, некоторые нардепы не устают предпринимать попытки все же выставить землю на продажу. 17 февраля 55 парламентариев решили отменить мораторий через Конституционный суд. Это поддерживают далеко не все депутаты. Мораторий порушує права 7 мільйонів власників паїв земельних, які не можуть продати легально свою землю. Ви маєте право розпоряджатися своєю власністю, купувати і продавати. І Верховна Рада не повинна вам розказувати насправді, що ви це не можете робити. Чи треба землю сільськогосподарську продавати? Ні. Тому що найбільш розвинуті країни, вони віддають сільськогосподарську землю в довгострокову оренду фермерським господарствам і на цьому піднімають країни. В Конституційному суді, говорять, поки ще ізучають вопрос. Дійшло призначений суддя-доповідач, і в суді доповідача до 14.05, тобто до 14 травня, є термін для того, щоб вивчити питання щодо і винести на засідання колегії питання щодо відкриття конституційного провадження. Вже давно в Україні Конституційний суд, він підлаштувався під політику, і інколи рішення носять не правовий характер, а з тої чи іншої ступені політично заангажовані. В цьому році навряд чи ми отримаємо якесь судове рішення в цій справі. Но по каким правилам землю продавать? И кто имеет право ее купить? В парламенте с конца прошлого года лежат два альтернативных законопроекта. Но ни один пока не внесен в зал. Дискуссии продолжаются. Тем временем 178 нардепов при необходимых 150 поставили свои подписи под законопроектом об изменениях в Конституции. Ініціатор документа – радикальна партія. Кілька місяців тому у Верховній Раді України сформована нова коаліція. У народі і у парламенті, в кулуарах, її називають голубою. Тому що це фірмовий колір Міжнародного валютного фонду. Олег Ляшко, як член цієї нової голубої коаліції, звернувся до Конституційного суду, до парламенту з тим, щоб у Конституції змінили буквально три слова. Новим аграрним устроєм держави є фермерство. Це спецоперація для того, щоб імітувати боротьбу за українську землю. І тишком-нишком таку українську землю віддати Міжнародному валютному фонду і тим іноземним компаніям, яких лобіює Міжнародний валютний фонд. МВФ уже 3 апреля должен рассмотреть вопрос о выделении миллиарда гривен. Но не исключено, что этот четвертый транш Украина получит под обещание открыть рынок земли. От этого, видимо, будет зависеть и судьба почти 9 миллиардов долларов, которые Украина должна еще получить о программе сотрудничества с фондом. И судя по тому, как нардепы начали активно продвигать вопрос о продаже земли и в парламенте, и в судах, есть вероятность, что он будет решен положительно. Александр Котов, Дмитрий Шилин, подробности, телеканал Интер. Так кому достанется земля? Чего ждать людям, которых она сейчас кормит? И какие мутные схемы могут возникнуть на рынке? Это одна из тем сегодняшнего «Черного зеркала». Не пропустите, мы стартуем после подробностей. Еще одним из требований МВФ является и проведение пенсионной реформы в Украине. Ее детали пока не оглашают, но премьер Гройсман сегодня заявил, что Кабмин готов уже в ближайшее время презентовать эту реформу. Глава правительства надеется, что парламент сможет проголосовать ее до 15 июля, после чего с 1 октября могут повысить пенсии. Главная задача – сделать пенсионный фонд бездефицитным. Сейчас, по словам Гройсмана, пенсионная дыра превышает 140 миллиардов гривен. Я вважаю, що треба в 2017 році припинити процес, при якому 80% українців отримують мінімальні пенсії. Ми вже знаємо, як це зробити.
І найближчим часом будемо презентувати цю реформу. Я би дуже хотів, щоб ця реформа була підтримана українським парламентом. І я готовий нести повну відповідальність за результат цієї реформи. А в Нацагентстве по предотвращению коррупции не смогли сегодня собраться на внеочередное заседание. Планировали обсудить проблемы с работой реестра и отчеты политических партий, но не явились два члена агентства. Зато утром глава НАПК Наталья Корчак заверила журналистов: система работает, а во всем виноваты политики, которые якобы запланировали дискредитацию ее ведомства. В очередной раз заявила, в отставку не пойдет и не собирается, но когда неполадки в реестре будут устранены, четко ответить не смогла. Впрочем, журналистов больше интересует. Рисовали декларации и когда их проверят. Из прошлой волны, а это 100 тысяч топ-чиновников, по словам Натальи Корчак, проверили всего пару десятков человек. Перше рішення якраз стосувалося 23 осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Це зі 100 тисяч, так? Так. Ми очікуємо перші результати перевірок, тобто ми і запустили цей етап, ну, наприкінці квітня. Миллионные доходы при относительно маленькой зарплате задекларировал за 2016 год министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. В прошлом году его семья получила 1 200 000 гривен. Причем львиная доля – это доход его жены от предпринимательской деятельности, а треть вообще без указания источника. В то же время семья в прошлом году за 4 миллиона гривен купила два новеньких «Мерседеса». Но, похоже, Насалик не очень потратился. Наличных министр задекларировал 140 миллионов евро, почти полтора миллиона гривен и около 500 тысяч долларов. В банке у него тоже сотни тысяч в иностранной валюте. Не мешало бы на НАПК проверить и декларацию лидера радикальной партии. Его отчет о доходах в открытом доступе тоже появился сегодня. Напомню, совсем недавно журналисты обнаружили особняк Олега Ляшко в элитном пригороде Киева. Но в его декларации из недвижимости гараж, офис, аренда части дома в Казине Киевской области и две квартиры. Причем отнюдь не хрущевки. Одна около 100 квадратов, другая около 400. Однако любопытна другая деталь. Доход свыше 200 тысяч гривен политик получил в качестве гонорара от компании «Новости-24». Телеканал вещает под логотипом «Ньюсван» и принадлежит бывшему регионалу депутату Евгению Мураеву. Напомню, согласно 78-й статье Конституции, парламентарии не могут заниматься никакой другой оплачиваемой деятельностью, помимо научной и творческой. Можно ли считать украинскую политику искусством сродни театру или цирку? Вопрос, конечно, открытый, но теперь на него должны будут ответить правоохранители. Всего же за год главный радикал наработал свыше 1 000 000 гривен. О том, что надекларировали и кто срывает процесс, тоже говорим в «Черном зеркале» уже совсем скоро. Но вот вряд ли услышим о том, кого наказали, хотя бы по результатам прошлогодних скандальных деклараций. Ведь традиционно примеры наказаний за коррупцию приходят к нам из-за рубежа. Сегодня экс-президент Южной Кореи оказалась за решеткой. Суд Сеула выдал ордер на арест Пак Кын Хё, которую обвиняют в злоупотреблении властью коррупции. Под стражей она будет как минимум 20 дней до оглашения официального обвинения. В зависимости от решения суда, Пак Кын Хё грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока и даже смертная казнь. Коррупционный скандал, импичмент, а теперь и арест. Экс-президента Южной Кореи Пан Кын Хе задержали по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении властью. Ордер на арест выдал суд Сеула. Буквально сразу же после оглашения решения Пан Кын Хе доставили в пенитенциарное учреждение на юге столицы, где уже за решеткой другие ключевые фигуры коррупционного скандала, в том числе и подруга экс-президента Цой Сун Силь. Именно из-за дружбы с ней Пан Кын Хе поплатилась президентским креслом. Ни до суда, ни после Пан Кын Хе не давала никаких комментариев. Представители медиа могут только наблюдать, как она хладнокровно ведет себя под охраной. Еще две недели назад перед допросом Пан Кын Хе публично попросила прощения. «Я прошу прощения у народа и обещаю сотрудничать со следствием». Расследование началось еще в октябре прошлого года. Шумиху подняла пресса. Тогда еще президента Пан Кын Хе обвинили в злоупотреблении властью и коррупции. Дескать, ее подруга, пользуясь покровительством главного лица страны, оказывала давление на коммерческие фирмы, и те перечисляли деньги на счета подконтрольных ей фондов. Оппозиция заявляла, что Пан Кын Хе не только была в курсе происходящего, но и участвовала в коррупционных схемах. Скандал спровоцировал массовые протесты как сторонников, так и оппозиции.
В конце 2016-го парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент. И вот уже в начале марта этого года Конституционный суд утвердил его. Я твердо убежден, с этого момента начинается новый век. Импичмент – это то, к чему стремились. Импичмент огласили без доказательств, поэтому патриотически настроенные граждане до сих пор поддерживают Пак Кын Хэ. Мы хотим, чтобы действующий президент повлиял на ситуацию. Зачем арестовывать Пак Кын Хэ? Взять под стражу Пан Кын Хэ настаивала прокуратура. В ходе следствия собрали много улик. А так как подозреваемый отрицает большинство обвинений из 13 пунктов, то правоохранительные органы опасались, что она может уничтожить улики. Под арестом экс-президент пробудет до 20 дней. За это время и выдвинут официальное обвинение. И если признают виновной, Пан Кын Хэ грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения и даже смертной казни. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Гонка обвинений. ГПУ и НАБУ соревнуются, кто быстрее обвинит мэра Львова. Без российских деталей. Завод имени Антонова успешно запустил в небо новый самолет. Мать Александра Онищенко, Инессу Кадырову, задержали сегодня в Испании. Это сделали местные правоохранители по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины, куда направили запрос детективы НАБУ. Как сообщил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, его ведомство предпринимает все неотложные меры для экстрадиции Кадыровой на территорию Украины с целью привлечения ее к уголовной ответственности. По данным САП, она одна из организаторов так называемой газовой схемы нардепа Онищенко и объявлена в розыск в августе прошлого года. В Чернигове при получении взятки правоохранители задержали депутата-антикоррупционера Артура Зиновьева. Директор коммунального предприятия по совместительству является депутатом Черниговского облсовета от партии «Наш край», а также зампредседателя комиссии облсовета по вопросам законности и предотвращения коррупции. Об этом в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, депутата задержали на горячем при получении второй части взятки в размере 5000 гривен от предпринимателя. Зиновьев обещал ему помощь в заключении договора аренды помещения. Сейчас проводятся обыски в помещении коммунального предприятия Черниговского облсовета. АСБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно удерживала и пытала около 200 наркозависимых. Организаторы так называемого бизнеса в Черниговской области принимали заказы на принудительное лечение людей, которые, по мнению их родственников и знакомых, страдали от наркотической и алкогольной зависимости. Преступники приезжали по вызову и силой забирали на так называемое лечение. Правоохранители во время обыска нашли орудия пыток, а в кабинете основателя ОПГ – боевую гранату и травматическое оружие. Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное дело. Силой затолкали в автомобиль и повезли в сторону, как уже потом оказалось, села Косачевка. Меня раздели до одних трусов и затолкали в душ. Меня привязали руки вверх вот так и принесли простынку и ведро с песком. Насыпали песок в эту простынку. Замотали и начали бить по спине. Объясняли они это все тем, что вот таким образом они приучают людей к смирению. Между ГПУ и НАБУ новый батл в поиске компромата на мэра Львова Андрея Садового. Кто же первым собирается вручить подозрение львовскому градоначальнику, да и вручат ли вообще, выясняла Галина Якушко. Национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось львовским мэром. В отношении Андрея Садового начата проверка, заявил сегодня во Львове глава ведомства. Что именно ищут детективы, он и уточнил, но дал понять, с мусором это не связано. Не сказал также, вручит ли Садовому повестку и когда. Чи проводилась проверка по Садовому? Вона зараз проводиться, але не в рамках цієї заяви, а в рамках наших повноважень. Недовольны работой Садового и мэры небольших городов области Червонограда, Борислава, Николаева, Нового Раздола. Во всяком случае, заявили, что тот даже не пытается решать мусорные проблемы. Мусороперерабатывающий завод не строится, а для нового полигона до сих пор даже не определили место. Поэтому принимать отходы из Львова они не собираются, по крайней мере, до тех пор, пока Садовой не начнет что-то делать. Первое, это самоусунення міської влади Львова від вирішення даного питання. Те, що я констатую. Друге – це почати діалог з громадами територій. І третє –
показати реальний план дій, щоб ті території, які ще хочуть, можуть і могли би в перспективі допомогти вирішувати це питання, бачили, на який це час буде ця потрібна допомога. Львовский мэр отреагировал сразу и записал очередное видеообращение. В который раз Андрей Садовый стал давить на жалость, дескать, если коллеги не поддержат, город снова может оказаться в мусорной блокаде. Еще заверил, работает над проектом комплекса по переработке отходов, но быстрых результатов ждать не стоит. По заводу перший етап робіт передбачатиме фаховий аналіз усіх можливих ділянок для його розміщення. Результатів ми очікуємо вже за 2 місяці. Комментировать заявление главы НАБУ Андрей Садовой не стал. Как сообщила нам пресс-секретарь градоначальника, из-за того, что в словах Артема Сытника не было никакой конкретики. Галина Якошко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. И ближе к вечеру во Львове местные активисты обнаружили незаконный перевалочный пункт мусора. Тонны отходов складируют на улице Богдановской. Сюда одна из компаний по перевозке, которая работает в центральной части города и которую местные активисты связывают с мэром Львова Андреем Садовым, свозит отходы регулярно. Тонны мусора ограждены 2-метровым металлическим забором. Свалка находится в черте города, а это незаконно. На месте уже работает экологическая инспекция. Противодействие агрессии России и наращивание оборонного бюджета. Такими были топ-темы на сегодняшней встрече министров иностранных дел НАТО. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед началом заявил, нужно обсудить позиции Альянса в Восточной Европе. Пригласили штаб-квартиру НАТО и главу украинского МИДа. О чем говорили, расскажет Елена Абрамович. Новоизбранный госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел НАТО впервые. Но, видимо, его мнение здесь наиболее значимо. Из-за американского дипломата даже само событие перенесли. Он не мог приехать на ранее согласованную дату. Перед началом Тиллерсон расставил акценты. Мы стремимся к дискуссии по вопросу позиции НАТО в Европе, в основном в Восточной Европе, в ответ на российскую агрессию в Украине и не только. Агрессивным поведение России страны Альянса считают не только из-за гибридной войны в Украине, но и более ранних событий в Грузии и Молдавии. В НАТО обеспокоены присутствием России в Афганистане, а также из-за ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В Альянсе в очередной раз подняли тему увеличения расходов на оборону. Настаивают на этом США, но генсек НАТО заметил, это не прихоть, а необходимость. Европа находится очень близко от России, которая проявляет все больше агрессии и желает использовать свою силу против соседей в Украине. Поэтому инвестиции в оборону в интересах Европы, тем более, что государства-члены НАТО на это согласились в 2014 году. Собственные планы, как достичь отчислений на уровне 2% от ВВП за 7 лет, члены Альянса должны предоставить на следующей встрече в мае. А сегодня выступить пригласили также министра иностранных дел Украины. На заседании комиссии Украина-НАТО Павел Климкин рассказал об обострении ситуации на Донбассе, захвате украинских предприятий на неподконтрольных Киеву территориях, введении в обращение российской валюты, а также квазиналоговой и банковской систем. Вони намагаються не просто продовжувати обстріли, а мають за мету свідомо руйнувати цивільні об'єкти і залишати людей без електрики, без тепла, без води. Це абсолютно нова ситуація. Ми домовились, як реагувати на цю ситуацію. Также несколько стран предложили Украине помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области. Напомнил генсек НАТО и о работе трастовых фондов. На обучение украинских военных, реабилитацию и другие потребности уже собрали 35 миллионов евро. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности из Брюсселя, Европейское бюро телеканала Интер. Впервые без российских комплектующих. Новый украинский транспортный самолет Ан-132Д сегодня совершил свой первый полет. Как это было, видели наши корреспонденты. Сегодня впервые поднялся в небо украинский Ан-132Д. До первого взлета сделал только 2 пробега, говорят разработчики. Президент завода Антонов лично пожал руку каждому пилоту перед вылетом. Зрелище было грандиозное. Как только судно оторвалось от земли, зрители зааплодировали. Я желаю вам успешного выполнения полетного задания, там какой посадки.
Новенький Ан приземлился в Гастомеле, где его уже встречал президент Украины вместе с партнерами из Саудовской Аравии. Глава государства вручил летчикам-испытателям памятные награды. Причем один из пилотов оказался иностранцем, гражданином королевства Саудовской Аравии. Це подія не лише літакобудівників. Це подія не лише визначною подією в житті заводу Антонова. І не лише Києва, і не лише України. Подія міжнародного масштабу і те, що Україна зараз в ці часи спроможна запускати в небо нові якісні літаки, свідчить про величезний потенціал, який має наша держава. Президент подчеркнул, что транспортный Ан рассчитан на работу в чрезвычайных ситуациях, например, для эвакуации населения в условиях стихийного бедствия. Новый проект Антонова международный. Его разрабатывали совместно с Саудовской Аравией. Самолет был модернизирован и построен в рекордно короткое время. За полтора года обе команды обоих компаний работали день и ночь, чтобы достичь этой цели. Самолет впервые собрали без российских комплектующих. Использовали украинское и европейское оборудование. Двигатель же у крылатой машины канадский. Общая стоимость нового Ан-132Д – 30 миллионов долларов. Юлия Жешко, Павел Лысенко. Подробности, телеканал Интер. Международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы крупнейшего европейского лоукостера Ryanair. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин. По его словам, переговоры с авиаперевозчиком продолжаются, но даже со всеми возможными скидками удовлетворить запросы авиакомпании не могут. Для того, чтобы лоукостер таки зашел в Борисполь, нужно менять тарифы. А это в компетенции Мининфраструктуры, отметил гендиректор аэропорта. В Брюсселе беспорядки возле посольства Турции. Там подрались сторонники и противники Реджепа Эрдогана. Люди пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать на референдуме о расширении полномочий президента Турции. Группа турков напала с ножами на курдов. Мешалась полиция. Несколько участников конфликта доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Война президента и парламента. В Венесуэле Верховный суд лишил парламент законодательных полномочий и взял на себя обязанности депутатов. В ответ председатель парламента Хулио Борхес обвинил президента в государственном перевороте. Еще в январе Национальная ассамблея Венесуэлы приняла резолюцию с требованием к Николасу Мадуро покинуть пост главы государства. Однако Верховный суд признал документ недействительным. Теперь, после фактического роспуска ассамблеи, Борхес и другие депутаты призывают людей выйти на улицы в знак протеста, начиная с субботы 1 апреля, а вооруженные силы страны выступить в защиту демократии и конституции. На призыв уже откликнулись десятки людей, они выходят на улицы Каракаса в знак протеста против действий Верховного суда. На Ближнем Востоке начинают готовиться к окончанию сирийской войны, во всяком случае ее масштабной фазы. Что из себя будет представлять регион в ближайшем будущем и с какими вызовами может столкнуться? Подробности в нашем следующем материале. Перелом на сирийских фронтах не за горами, и скоро перед нами во всей красе предстанет новый Ближний Восток, победивший фундаменталистов исламского государства. США внезапно заявили, что отказываются от требования отставки правителя Башара Асада. Президент Турции Эрдоган и новый госсекретарь США Тиллерсон обсудили в Анкаре возможные действия по продолжению борьбы с исламским государством. Но масштабы противостояния будут постепенно уменьшаться. После войны Сирия уже не будет прежней. И для Израиля, например, это серьезный повод для беспокойства. С укреплением власти Асада на границе окажутся иранские войска и злейший враг Израиля – Хизбалла. Здесь уверены, что шиитские боевики Ливана уже сейчас получают современное вооружение из Ирана и России через сирийскую армию. Кстати, Хизбалла тоже воюет в Сирии на стороне Асада и тоже, по всей видимости, собирается вскоре прекратить участие в войне. До сих пор Израиль свободно действовал в сирийском небе, уничтожая колонны с ракетами для Хизбаллы на пути в Ливан. Ситуация осложнилась в связи с присутствием в Сирии российских войск. Всего неделю назад, после налета неизвестных истребителей на ракетный склад к востоку от Хомса, российский МИД вызвал для беседы израильского посла в Москве. В Израиле понимают, что ключ к ситуации находится именно в России. Премьер Нетаньягу встречался с президентом Путиным уже 5 раз за последние полгода. Согласно прогнозам, Израиль может согласиться на сокращение своей активности в Сирии в обмен на гарантии чистой границы.
Встреча Путина с президентом Рухани в Москве тоже касалась сирийского вопроса. Иран обещал все же предоставить базы для российских ВВС для окончательных ударов по противникам Асада. Поэтому каким будет новый Ближний Восток по окончании войны, прогнозировать пока рано. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро телеканала «Интер». За что американская школьница грозит четверть века за решеткой? Почему в метро Мехико постоянно пустует одно из мест? И как японская музыкальная группа около года обманывала поклонниц? Смотрите в нашем дайджесте. Со школьной доски почета в тюрьму. 18-летняя американка готовила массовое убийство в своей школе. Планам юной террористки помешал отец. Он нашел дневник дочери, в котором она делилась сокровенным, и сдал дитё копам. Старшеклассница Николь Цеварио планировала расстрел учащихся как минимум с декабря прошлого года. Она купила ружье и патроны, тщательно изучила план школы, график работы охранников и назначила день X – 5 апреля. Учителя шокированы. Девочка была на хорошем счету, позитивная и дружелюбная. Сейчас она проходит психиатрическую экспертизу. Во Флориде на парковку одного из мебельных магазинов заполз крокодил. Перепуганные посетители вызвали полицию. Полисмены решили разобраться без помощи службы спасения животных. Одели на непрошенного гостя ошейник и поволокли к водоему через весь магазин. Процесс сняли на телефон менее чем за сутки. Видео в интернете посмотрели 400 тысяч раз. Ученые нашли запрещенные полихлорированные дифенилы в Марианской впадине, самой глубокой точке земного шара. Это вещество раньше широко использовали в промышленных целях, но из-за токсичности прекратили выпускать почти во всем мире. Океанологи изучили содержимое желудка в ракообразных, которые обитают в Марианском желобе. Эти членистоногие всеядные и часто поглощают все, что могут проглотить. По мнению ученых, вредные вещества попали в океан в результате многочисленных аварий промышленных судов. Чешская почта переходит на электромобили. Предприятие уже объявило первый тендер. Планирует арендовать 60 электрокаров на 5 лет. Потратить на экологический автопроект готовы свыше 1 000 000 евро. Тендер станет самым крупным заказом электромобилей в истории страны. В прошлом году на почте тестировали 2 электрокара и выяснили, что с их помощью можно неплохо сэкономить. В Мехико в вагонах метро установили сексистские сидения – кресла в виде обнаженных мужчин. Акцию инициировала ООН совместно с мексиканским правительством из-за высокого уровня сексуального насилия и домогательств в общественном транспорте. Возле необычного сидения установлена табличка, которая гласит – это место предназначено исключительно для мужчин. Судя по видео, сидеть в кресле крайне неудобно. Участники популярного китайского бой-бенда «Экраш» оказались девушками. Об этом они признались накануне выхода своего первого видеоклипа. Группа молодая, ей нет еще и года. Все это время менеджеры всячески избегали гендерно маркированных слов по отношению к участникам муз-коллектива. Поклонницы группы были уверены, что их кумиры – молодые мужчины. Реакция обманутых девушек пока неизвестна. Такими были подробности этого дня. На этом не останавливаемся. Уже через несколько минут начинаем политическое ток-шоу «Черное зеркало». Дождитесь, пожалуйста.